дорогие первокурсники! Ну вот вы и сдали свою первую сессию, и мы от всей души поздравляем с этим событием первокурсников факультета дошкольного образования! Естественно-технологического факультета! Факультета иностранных языков! Факультета информатики! И мы поздравляем исторический факультет! Математический факультет, факультет подготовки учителей и начальных классов, факультет психологии, факультет социального образования, физический факультет, филологический факультет, факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности. Педагогический институт. Первая сессия – это действительно важное событие в жизни каждого первокурсника. И пусть вы еще не очень хорошо ориентируетесь в переходе, путаете первый абонемент со вторым, не знаете наизусть цены в буфете, но вы сдали свою первую сессию, и теперь вы стали настоящими студентами. В нашем университете это событие отмечают праздником. Нужно отметить, что в этом году впервые за всю историю праздника на каждом факультете есть студенты, сдавшие свою первую сессию на отлично! Ваши аплодисменты! Сегодня мы посмотрим, чем отличается первая сессия информатиков от первой сессии филологов. Узнаем, реально ли получить пятерку по древнему миру и геометрии. Измерим в километрах зачет по физкультуре. И выясним, какой факультет сдал свою первую сессию лучше всех. А для начала мы приглашаем на сцену проректора по воспитательной работе Глазырину Ларису Александровну. Ваши аплодисменты! События, ну не только для вас, но и в целом для нашего университета. Почему? Потому что когда-то все впервые происходит в жизни, да? И такой праздник, скорее всего, у каждого из вас будет один единственный раз в жизни. Он сегодня при полном зале, при вашей боевой готовности представить все результаты своей первой сессии пройдет на сцене актового зала нашего университета. Я надеюсь, что вы уже отдохнули от первой сессии, вы уже с новыми силами и уже начали готовиться к последующим сессиям, которые вам предстоит еще сдать за время учебы. Я желаю вам всем сегодня хорошо себя показать, иметь хорошее настроение, помогать друг другу, поддерживать. Ну и в целом всех успехов, и ведущим тоже хорошего настроения. Спасибо, Лариса Анатольевна.